несколько звезд. Ребят, привет! Все, как уже, наверное, поняли, я шагаю по дождливому Голливуду, город Лос-Анджелес. Ребята, наконец-то я увидел звезду Дженнифер Лопес. 2500-я звезда на этом бульваре ей была поставлена, забита сюда, в кафель, в июне 2013 года. Все, пока. Я тут просто с сестрой параллельно на связи, а тут у нас пантус будет. Кинотеатр, там сейчас очередь такая была, кинотеатр, премьера какая-то. А вот у Дженнифер Хадсон не очень звезду уважают, потому что, видите, что сделали здесь, мусор собрали. Также мы зафиксируем сэра Элтона Джона, звезду. Роберт Земекис где-то был у нас. А, вон он дальше. И где? Брюс Уиллис. Вот он. Товарищ Уиллис. Так, а что его не видно? Ребят, в Инстаграме я в прямом эфире сейчас идем. У нас есть цель, мы туда идем. Барбара Стрейзанд, пожалуйста. Шэрон Стоун. Пожалуйста, Микки Маус, пожалуйста. Следующий у нас идет Томми Ли Джонс. О, Майкл Джексон. На нем мы вообще сделаем внимательно. Сашка, американский дневник у нас на могилу в Сиэтл ездил. Брюс Али, а я вот звезду увидел. Может, хватит уже гулять? Пора зайти куда-нибудь. Мадам Тюссо, музей. Ребят, кто это такой, знаете? Напишите в комментах, кто это. Вин Дизель? Или нет? Ну, если Вин Дизель, то не похож. Так, а там кто у нас стоит? Это кто? А, это я знаю, это актер. Такой слащавый, девчонкам нравится. Не знаю, как его звать. Это Лидин бывший. Что-то холодно. Ну да, у нас дождь идет. Ребят, нормально, хорошо. После Сиэтла, после Монтаны, после Дакоты это вообще не холодно. О, девочка Монро. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка Пай, рядом цыган и хулиган. Монрин, ну как? Элвис как вообще? Может? У тебя с Элвисом что-то было? Зубы-то, кстати, могла бы себе и отбелить. Вроде звезда, а зубы не то что желтые, но такие сероватого оттенка. Лайба был у нас порасторопней, снимал бы такой контент в Ла Ла Ленде, Хищника. Не трогать, пишет. Слушай, а он что, такой в фильме таких размеров был? Разве? Большой. Слушай, обратите внимание, сколько у него деталей. Смотрите, как сделан. Каждая деталь проработана. Машина стоит Элвиса. Собственно, сам Элвис поет. Пожалуйста, тоже, видите, говорят, не трогайте машину. Машина очень классная. Смотрите, там графин стоит, хрустальный, рюмки, впереди пепельница. Блин, как тяжело снимать и на камеру, и на телефон. Эльдорадо. Ребят, забежал переждать время немножечко в Хуторс. Цены я уже показывал здесь, но здесь средний. Где? На еду же надо, да? Алкоголь $7, $5. Еда. Креветок, тарелка 12 креветок. $12, 24 креветки, $20. Что еще тут у нас? Начос $12. Грудка куриная $12. Ну, цены примерно как везде во всей Америке. 8 крыльев $8, 10 крыльев $13, 50 крыльев $50. Доллар за крыло. Это вот прям на этом
на Голливудском бульваре. Хуторс. Прям по звездам шел. Я, честно говоря, не запоминаю. Ну, я обычный фастфуд. Принятый. Сколько? Бургер. 13, 12, 12. Короче, все в среднем такое. Обратите внимание, везде калории подписывают. И на Red Bull, и на виски, и на, ну, на любой алкоголь. Везде калории, везде. Вот, допустим, Jack Daniels, 238 калорий. Почему-то равно $6. 6,49, видите? А Jack Daniels Fire 6,49, ну, именно в калориях указано. Не в шотах, не в граммах, а в калориях. Ну и с едой точно так же, там все в калориях указано. Так что те, кто худеет или наоборот хочет поправиться, вам очень просто будет ориентироваться в этом меню. Например, мясо, ground beef, 367 калорий. Ну что, ребятки, как я ем? Вот, например, сегодня соус в сторону, сухари сторону, все отодвигаем, и все, и потом просто я курица и овощ. Я думаю, что нормально. Я консультировался, курицу мне такую можно. Ну, сыр, сыр, кстати, нельзя. Ну ладно, сегодня такой день, можно и расслабиться. Не, ну это не очень приятно, конечно. Подошел ко мне менеджер, там охранник, такие вдвоем стоят, не снимаю салат. Я говорю, ребята, я снимаю себя и снимаю свой салат, который я купил, за который я заплачу. Не снимай, нельзя. Я говорю, ну окей, не проблема. И давай мне, короче, дальше стоять, читать нотации, знаете, как воспитатели, как мама. Типа, если ты будешь, мы вызовем копов, это illegal, ну типа запрещено. Это вот Том Круз. Например, попался. Типа, это запрещено, ты это не имеешь права делать. Я говорю, я вас понял, все. Мы вызовем полицию. Я говорю, да я уже понял. Я говорю, камеру уже убрал, в карман. Че вы мне начали? А меня уже что-то это подстегивает, начало прям. Потому что я убрал камеру, я окей, говорю, сори, все, не буду. И они дальше продолжают накручивать, типа, что тебе грозит. И, короче, я ушел оттуда. Ну, как бы, скажите раз, да и все, все, я же извинился, сказал, окей, хорошо, у вас тем более... Они такие, у нас сейчас знаков нету, что снимать нельзя. Ну, типа, ты должен был знать. Ну, ребят, был бы я с паспортом, а не с грин-картой. Конечно, можно было бы это повздорить, свою правоту доказывать. Кто думал, грин-карта, ну, фиг, наверное, полицию еще, правда, вызовет. Нафиг мне эти приключения. Я же не Виталий здесь ДТВ, правильно, не пранкер. Так, все, ладно, иду. Место локации. Только не хватает этих музеев, этих, со семечки лузгали. Я не знаю, здесь, может, принято на машинах кататься, но вот так вот, ну, точно бы я женщину одну сюда не отправил. Ты, говорит, хочешь русских? Russians. Да, мы в музее селфи с вами, ребята. Селфи вы, а тут что? Ого. Что, я не пойму, куда я иду? Бутафория! Да я давай, да я не, у меня же влог такой сам. Я знаю. Виктор. Дима. Да, это на камеру надо сделать. О. Селфи. А, это селфи. А, ну понятно. Это типа как фильмы снимают, да, в Голливуде? Да, да, примерно так. С долларами, с монетами. Ребята любят сюда залазить целиком и осыпаться этими монетами. Да? Да. Что-то как-то мне это не для меня. Я лучше, знаешь, что, Дим, я... На аккаунте лучше в банке подержу деньги. Хозяин, да?
А ты как лучше? Ты кэшливаешь будет больше? Не, я тоже за банк. Тоже. За банк? Да. Там лучше, да? Да. Сохрани. Там еще голливудская стен. Сейчас мы пойдем туда. А, пойдем. Блин, музыка. Права мне все в Ютубе нарушил. Бассейн эмоций. Можно в него прыгать даже. Но аккуратно. А я видел, Димка прыгал, да. И это. И ему херово. И да, он говорил, типа, надеялся, что тут мягче. Привет. Как ты похудел? Привет, Виктор. Привет, хотел бы сказать, ты тоже, но не могу, братан. В смысле? Ты что, ты посмотри. А, ты сбросил? Да, оно мне в обтяг было, блин. У нас тут пока получилось сейчас. Вот, да, ну давайте решим. Короче, распечатал. Казахская спекалка нужна? Распечатал. Нужна? Ну да, с Папой Римским. Я говорю, наверное, собственник этого музея селфи. С Тарантино где-то я видел. А, вот с Тарантино, с Керри. Ну, может, он просто какой-то этот. Типа, как объяснить? Просто человек, который, ну, встречал этих людей. Может. Не, или может они к нему в музей сюда приходили? Не-не-не. А, ну он Папа Римский, наверное. В разных частях света. Ага. Как я пытался собирать. Вот здесь готовится сейчас. Проект, который, в принципе, ребята уже на канале Чердака вы увидели, наверное. Ну, не наверное, а точно. Я в любом случае этот бэкстейдж не могу выложить, прежде чем само шоу не выйдет. А, поэтому у Дениса уже вышло видео. Прошу вас заходить, посмотрите, что тут наснимали. Я, честно говоря, не знаю, что наснимали, потому что тут подготовительные моменты пока идут всякие разные. Все. И давай, посмотрите, просто... Девчонки, обратите внимание на Далая, пожалуйста. Он один, у него нет подружки. Комптон. Звони, давай. Я с тобой пойду. Но у меня единственное, что мне нужно ноутбук, когда с файлом. Блин, офигеть, так сложно на самом деле это все снимается, ребята. Я просто сейчас смотрю бэкстейджи. Не просто. Просто элементарно какие-то там кусочки не хватает, какой-то кусочки бумажки и все. И там на другой край города надо ехать. Я сейчас пытаюсь тут разобраться, как это сделать. Вот так. И что теперь? Я должен лечь на нее? Мне это какая-то ерунда получится. Мне кажется. А что он фотоет до сих пор? Угу. Ребят, вот вы мне все говорите, Витек, ты похудел, а покиньте. Я говорю, да лай, ты офигенно выглядишь, он же в тренажер. Ты сколько в тренажерке умираешь? Окей, уже? Во-первых, я пошутил, ты реально похудел, потому что хотел, типа, саркастично сказать, но не получилось. А-а-а. Ты сбросил, реально, Витек сбросил, да. Держите его в комментариях. Так, держать, киперап. Киперап. Сейчас у нас, как всегда, проблемы. Ой, мат, вырежите, пожалуйста. Короче говоря, я не распечатал один из постеров, которым надо закрыть. Кто это? Вот да? Окей, I'm gonna come from the backyard. Yeah, thank you. From, will come from backyard. Backyard. Так, да, я зайду с задней двери. Да. И что, потом ты что рассказываешь? Короче, я расстроенный, потому что, как всегда, начинаются эти маленькие косяки вот перед вот этой организацией. Организация идет пред шоу. Ага. Начинаются вылазить эти маленькие косяки. Ну, всего лишь один косяк или сейчас еще что-то будет? Ну, сейчас узнаем, блин, посмотрим. Еще самое интересное, что мы сейчас паркинг здесь потеряем. И хрен его знает, где мы найдем. Так надо было кого-то взять, парнишку, и чтобы и он поставить стоял. Под дождем? Ну, я ходил сейчас под дождем в прямом эфире. Нормально. Я сейчас Дэну говорю, это нормально вообще, что вот такой белоухий человек, как я, ходит пешком вот в такое время по Walk of Fame? А почему нет? Ну как-то там небезопасно. Я тебя умоляю, блин, я... Да в прямом эфире меня чуть не на кортик не подсадили. Кто? Какой-то черный. А что он тебе сказал? Серега Дегтярев мне написал, Витя, за тобой идут и на тебя обзываются. Да ладно, я тебя умоляю, ты что, здесь нормально все. Ну они любят покричать, здесь на них внимание просто не обращаюсь. Садись, Мурана Чердака, скажу вам, что Мурана такое говно. Я на нем сейчас 10 минут проехал, чуть не офигел. А Мурана, она изначально не очень машина. Ну вот и все. Даже не в этом кузове, в предыдущем. Балалайка, как Далайка. Жека, наложи какой-то рэп жесткий, вот так Далая поснимаю, чисто перебивку. Если решили отдохнуть, как в кино, новый Голливуд, добро пожаловать в Милякино, Милякино. С любовью из Донбасса, в этом месте отвисает хип-хоп. Брат, ты поляк из Союза. Какая white nigga.
Как получилось? Ну, вот получилось. Конечно, она еще не высохла, видишь, такая мятенькая чуть-чуть, краска. Ну, нормально, думаю, пойдет. Как думаешь, Урганта шоу так же готовится? 100% Еще все рассеяннее, чем у нас. Ну, пипец. То есть мы собранные, да, сейчас? Очень. Надо быстрее съездить, вискаря хоть чуть-чуть дать. Я, правда, не бухал уже сколько, очень долго. Я же не пью алкоголь сейчас. Ну, по тебе видно. Ну, больше худее. Мне до 77 сейчас надо скинуть, мне мой тренер говорит. А потом что будет? Потом мышечную массу набирать. А потом? Потом девчонок цеплять всех на улице. А харизмой взять, если? Харизму все слышал такое. Сколько? So it was a memory stick. It was a memory stick. Yeah. One of those little SD cards? Yeah. Yeah. Сколько за... Yeah. Thank you. Сколько с тебя взять? Ты... Я охерел бы. $78 за два листа распечатать. Вот эти два листа распечатать, да. 78? Да, yeah, thank you. Покажи еще. 78, 71. Офигеть, ребята. Ты вы видели? А первый формат, два листа, желто-черный, получается 2.0. Ну, по-типографски, короче, это 2.0 называется. $78. У меня когда типография была, я за $78, по-моему, тысячный тираж журнала. Слышь, у меня когда типография была, я за $78... Месяц работал. Нет, тысячный тираж журнала выдавал просто. $78. Ребят, приезжайте, эти принтер купите просто и платно распечатать. Не, около Фидекса вот так сесть вот здесь на улице, арендовать вот так пятак и распечаткой заниматься. Вот где ксерокопию, вот где бизнес. Там вены, перевозки. Просто ксерокс покупаешь, около УФМС садишься. Ну-ка, ребят, давайте бэкстейдж поснимем, что там свет настраивают. Пока, подожди, сейчас. Парни, что еще делаем? Оставляем или гасим еще что-нибудь? А? Нет, мне кажется, может еще свет выставить на сцену, и у нас свет стоит вот здесь. Надо как-то его подсветить вот это, но я имею в виду, нам вот это не нужно, да? А он хороший выбор, еще хороший. Вы думаете? Ну, так на лица может только выставить. Нет, просто у нас есть свет, и мы его вообще еще не включили. А вы хотите... Включи его. А? Какой? Вот Зонский? Есть Зонский. Вот а там стоят две лавы вот эти. Это как? Просто я тому, что я хочу выставить сцену. Что-то на BBC, что-то снимают. А, с пяти камер. На трогу. Давай, давай, давай. Поиграйте, поиграйте на камеру маленько. У меня просто контента такого. Тебе придется 18+, сразу. Закрыл, как будто ты здесь голая, до этого постоянно. Мне просто контента не хватает такого, чтобы девушки были. Может, на кровати? Привет. На здоровье. Мандариновый сок прям, кстати. Ребята, еще Далай собрался реанимировать свой мертвый канал. Снимает камеры, ходит. Давай. Рассаживаться это всегда хорошо. Идемте рассаживаться. Перебивка, то есть, соответственно, уходит Таир, здесь появляется. Его крупным планом, ребят, берем Таира. Центральный кадр, соответственно, он начинает. Пожалуйста, выключите звук у телефона. Да, Ир, только это, помнишь? Да, я только что, я... Кнопочку звука. Я хочу выйти, что ли, я просто по фокусу поймаю, да, или лучше стоять на месте, ребята? Кто снимает меня? Ну, я тебя поймаю. То есть я медленно иду просто, да, все окей? Вообще, может, с любой скоростью. А не на вот эту камеру будет, да, желаете снимать? Да. Да? Это общий план, да, может, на него будет. Не, а где крупный план? Это YouTube. Это YouTube. YouTube, что это? Можно вот сюда? Чувак, это YouTube. Давай, у меня будет крупный план. Тебе будет крупный план? Да, я бы тебе говорить сюда. Говори. Я думаю, что люди, которые сидят около экранов, они сейчас напишут, я думаю, в комментариях. Можно да? Поправочку, простите. Как это большинство? 45 тысяч лайков, 9500 дизлайков. Ты считаешь, большинству не понравилось? Я смотрю только на качество дизлайков. Для меня, понимаешь, для меня это главное. Окей, скажи. Видео вызвало эмоцию, она понравилась людям. Окей. Икея скажи. Скажи Антону. А что ты сказать? Икея не платит. Ссылка в описании, скажи. Можешь сразу. Пушка, ты русский где-то? Скажи Антону, Икея. Окей. Друзья! Наши очередные гости знают про Комптон не понаслышке. Встречайте! Русский из гетто Антон и его друг Бизи! Прямо здесь!
страшно? На сцене страшно? Из Комптона. А? I'm fit to go crazy for the niggas trying to play. Homies trying to save me, but it's all you pay me. I'm fit to go crazy for the bitches trying to chain me. Homies trying to tame me, you don't know this ain't great. Now I'm fit to go crazy. Make a nigga fit to go crazy. Это go crazy. По ссылке в описании вы можете посмотреть превью первого видео. Спасибо огромное, Таир. Ребята, это реально круто. Я за последнее время понял, что вокруг меня собрались очень классные творческие люди. И вы знаете что? То, что вот сейчас произошло, все, можно считать огромной коллаборацией, можно считать как угодно. А главное — фидбэк. Я понимаю кучу дизлайков, но самое основное, вот, ребят, похлопайте те, кому это видео понравилось. Я вот... С кем? Ну, блин, музей селфи как-никак, Таира Мамедова. Ну окей, музей селфи, а... ну сними меня вот здесь. Вот, давай. Какой? Дэн, а выйди вот, как будто тебе это вручают Оскар. Мы это на монтаже. Жек, добавь на монтаже, пожалуйста, музыку. А есть когда музыка, где вручают Оскар? Конечно. All of you. А где твоя статуя? А? Забрали же. Во. Слова благодарности. Спасибо огромное всем за участие в этой постанове. Я больше так говорю, прощаю. Подписывайтесь, ставьте лайки на канал Поляка. Тоже. И вот этот номер для вас, ребят, разыгрываю. В инстаграме? В твоем инстаграме, держи. А, в моем инстаграме? На твоем канале, конечно. Пишите комментарии. Ребят, пишите. Так, подожди, это мое видео. Окей, короче, это не кто пьет. Ребят, вот. Лос-Анджелес, Калифорния. Пишите комменты какие-нибудь, любые, рандомно выберем. Собственно, от Дэна Чердака. От Виктора Поляка. Номер. Во, вот это красиво. Вот это красиво. Вот это красиво. Посмотрите. Таир у себя в музее сам наводит порядок. Нет никаких гарсонов, нет никаких. Никаких спецэффектов, введения своего влога. Все по-настоящему. Вот уж мой стакан. Все отработали просто молодцы. На ура. Зрители всеми довольны. Зрители всеми довольны? Правильно? Постановщики, говно. Нет, да это... Вот реально, знаешь, вот честно, вкладываешь силы, душу, энергию и все прочее, а людям не то чтобы не захочет, а оно заходит, но они находят постоянно какие-то... Не, ну тебя действительно это тронуло? Или ты это иронично? Я говорю, меня это тронуло, но реально, ну ты прикинь, чувак мне пишет, что я с тобой, ты мой кумир. Ну это да, это обидно. Но это обидно. А сейчас переобуется? Ну я не знаю, это переобуется или нет, но тем не менее, не цикало то, чтобы они переобулись. Погнали, ладно. Давайте за здоровье подписчиков. Давай. Серьезно. Спасибо, ребят, огромное, что были сегодня и помогли во всем. Это реально было круто. Давайте, ребят, чтобы у всех все... Перейдут с Витиного канала на это видео, посмотрят по ссылке в описании. Да я думаю, что там процентов 90 уже видели. А, вот это видео, новое? А, ну да. Обсуждать. Вот это реально было круто. Я сижу... А, ну когда... Как его звать? Худраш. Нет, друг. Бизи, когда начал. Даже до этого, когда Антон начал рассказывать про то, что он, знаешь, он вышел, он реально сидит, и Андрея спрашивает: окей, ты был в Комптоне, а ты там жил, ты вообще знаешь, о чем речь идет? И то есть ты понимаешь сама суть, то, что пацаны там живут, и они знают, что там происходит. Потому что мы только что закончили снимать первое наше шоу, смотрите, на эти уставшие лица, стоит Дэнч, Витёк там стоит. Real talk! Ощущение real talk. Если честно, трясет пока, вот правда, внутри есть чувство отдыха, релакса точнее, но поедем все дальше. Так, все, Дэн начал снимать видео на канал Тарик. Мне очень понравилось. Вот искренний, реальный комментарий.